Всем привет! Я продолжаю играть в игрушку Genshin Impact. Игрушка прикольная и интересная. Но начало немного с диалогами было нудновато. Но атмосфера, музыка, класс. Вообще класс. Особенно для тех, кто родился, жил в Советском Союзе. Поиграть в эту игрушку, это же ностальгия. Не полная прям, но все же ностальгия. Ирин. Опа-па-па-па. Привет. Рад приветствовать на стримчанском по игрушке Genshin Impact. Так, стоять, я кое-что забыл. Точно, путешествие. Отвали. Так, все, погнали, поехали. Забыла. Тут же будет долгая загрузка. Эта фигня так долго грузится. Хотя не совсем уж, конечно, долго, но все же. Так, привет. Спасибо, что пришли. Не забываем ставить лайкосики и все остальное. Сейчас буквально почти все, у кого есть возможность, играют в Атомное сердце. Почти все. Реально все. Я вот недавно поиграл. Мне понравилась игра. Но чисто на нее упарываться я не буду. Не от того, что она плохая. Просто у меня есть другие игры, которые тоже нужно проходить. И поэтому я буду Атомное сердце с ними чередовать. Вот и все. Но игра классная. Мне понравилось. Сначала, конечно, немного с диалогами было нудное. Дальше было классно. Дальше прям четко, прикольно. Эти роботы, вообще класс. Главный герой меня прикалывает. Типичный я. Вот реально. Здорово, Антон. Да нормально все. Вот перед сном решил сделать стримчанский по данной игре. Она планировалась у меня 23-го. Но я перенес на сегодня ее, дабы 23-го у меня был Dead Space. Кирин, диалогов будет много. А ты сейчас говоришь про Atomic, Кирин, или про что? Заброшенная Аркадия. Да, приступаем. Так, отряд. Какой же мне отряд взять? Так. Ну-ка. Отряд. А, стоять. Первый отряд у меня состоит из девушек. Да, такой прям крутой. Кирин, про Геншин. Я не про него говорю. Я не про Genshin Impact. Я говорю про Atomic Heart. Скрачет Гейминг, я видел у тебя оружие золотые в Атомике. Да. Как думаешь, почему они у меня золотые? Вот почему? Скрачет Гейминг, у меня тоже есть. А у тебя тоже золотой? Так, за каким я играю? Немного забыл уже. Ты сучка, я забыл, малеха забыла. Честно, малеха забыл немного, как вообще играется. Блин, не туда, сучка. Дима, ай. Рифки, салам алейкум. Здорово. Ага, это не сработает. Кирин, а чё мне тебе кацин выпало? Ну давно выпал, блин, я малеха это, немного этот, отвык от игры, а. Потому что я купил премиум издание.
Да, 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 так и есть, да, именно так и есть. Я просто не знаю, что такое в ней особенное, Хицин. Ну, вроде девушка как девушка, перс как перс. Что в ней особенного? Это такие игры. Скажите, у этой игры есть конец? Или она, по сути, бесконечная? А, нужно излечиться. Так, это, подожди, это врата исцеления, получается? А что-то жизни у меня того-то не исцеляются. Странно. Ну да. Кирин, она еще не вышла до конца. А, не вышла. Привет, Димон, быстро начал. Ну, Санек, время привет, уже. Привет, друг Голден Фокс. Понял тебя, Голден Кирин, Фокс. Спасибо. Конец должен быть. Спасибо. Да я, в принципе, не спешу. Пускай долгая игра будет, а. Буду раз в недельку ее стримить, а. И нормально, а. Я, в принципе, так особо и не спешу, по факту, а. Тестовый забег. Вот тут, как раз таки, я и получил ее. Вот она. А, нет, это другая, другая. Это что у нас? Пробный. Награда? Получить. Иху! Мы получили награду. Так, все. Идем дальше. Ага. Заебок, заебок. Честно, я маленько забыл, что-то как в игре. Так, уровень. Scratched Gaming. Кстати, а когда будет стрим по Outlast? Как ты и сказал, лучше играть днем, так что на выходных. Днем на выходных будет. Так. У меня получается это тоже прикольный вроде перс, да? А, блин, артефакты. Так, что есть? Это что такое? Ага, сюда. Так, ну, по факту да. Так, ладно, первого, вот эти первого ни у кого нету, а? Так что можно надеть. Заебок. Ага, так, ну, в принципе, неплохо. Так, у тебя что у нас есть? По факту все есть, да? Только улучшить нужно, апнуть. Так, ап. Так, честно скажу, у меня немного глаза болят от того, что я не выспался. Это, ну, как бы реально. Как я понял, все присутствующие, кроме Антона, в данную игру играли. Привет, друг, добро пожаловать на стрим. Так. Есть. Сила атаки. Заебись. Кирин, ты цин и хута очень хороши. Понял, спасибо тебе, спасибо. Тогда многие, кто приходит, говорит, что они хорошие. Голден Фокс, я играл. Голден Фокс, у меня она есть, а эпики. Понял, понял, Санек. Да. Так, нужно апнуть кольцо Е. Тут несерьезно как-то. Scratched Gaming. Да надо проходить утром, а не ночью. Мы же вчера говорили причины, почему не играть в ночью. Да. Да, Антон, так и есть, а. Никбот, спасибо вам за лайк и подписку на мой канал. Ух, так, прокачали, погнали. Так, подожди, не сюда. Так, а куда дальше? А куда дальше, куда? Данная игрушка, если я не ошибаюсь, сюжетная онлайновая. Я по Геншин. Так, стоять, задание. Что у нас вообще тут такое? Так, прекратить отслеживание. Выгода Кейи. А, это помню, да. Так, да дальше-то куда идти? Походу, эту фигню нужно сломать, да? Нет, это не ломается. Так, а если я возьму его? А-а-а! Вот оно как. Ах ты, зараза. Ах ты, скотина. Так, тебе нужно это активировать. Ах ты!
почти всех победила. Почему, интересно, а почему главная героиня не такая уж сильная? Асуна. Она прикольная, но почему я не могу сделать ее прям такой топово охеренная? А я горю, блин, больно. Тут прям такая она малышка была, это прям такая шикарная. Что-то сильно досталось как-то ей. Так, нужно поесть. Очень как-то сильно. Так, еда, еда, еда. Восстановление. Использовать для ее. А. Для него тоже неплохо. А, тут только для одного пока что можно. Так, теперь для Асуны. Так, эту фигнюшку можно использовать для... Да блин, давай. Да. Чего? А, вот, давай мы возьмем эту. А, и для тебя. Типа он такой не ест, да? Не, просто такой ему нельзя. Такой он будет есть. О, такой он ест, да? Вот, типа, это что-то как-то настроение плохое у них. Блин, печально. Так. Антон, как тебе Atomic Heart? Какое у тебя издание игры? Кирин, строй Ноэль можно запихнуть, она хилит, и щит у нее есть. Строй Ноэль, Ноэль, Ноэль. Ага, понял, спасибо. Ноэль. Это все? Сокровище, где ты, моя прелесть? Пойман, это, конечно, еще та зараза. Сокровище, так. Асуна, давай поищем внимательнее. Ха-ха-ха-ха-ха, не тратьте свое время. Теперь этим займусь я. И кто ты такой? Похитители сокровищ, черный рынок. Ха-ха-ха, я работал с ними. Но они слишком глупы, чтобы разбогатеть. Приветствую, мое имя Изард. Изард. Привет. От имени похитителей сокровищ я благодарю вас. Ах вы! Как вы узнали, что мы старались все сделать по-тихому? И удивительно, что вы об этом узнали. Я не отдам сокровищ без боя. Это моя прелесть. Не стоит нас недооценивать. Снаружи меня ждет моя банда. Не думаю, что они захотят с вами разговаривать. Извините, что без приглашения. Что касается твоей банды. Скрачет гейминг. Супер шедевр. Игра покупал я премию. Издание мне друзья посоветовали. Ты можешь навести их в манштанской тюрьме. А еще лучше поселиться там вместе с ними. Рыцари! Кая! Как он хочет украсть сокровище, арестуй его. Почти получилось. Сокровище? Прости, но нет никаких сокровищ и никогда не было. Вы проделали всю эту работу напрасно. Что? Нет сокровищ? Кая сказала, что сокровищ нет? Кая сказал. Ха-ха-ха-ха, здорово, нам удалось провести меня. Вам. Меня, я не думаю, что рыцари пойдут на такое. Он не имеет никакого права критиковать методы рыцарей Ордена. Тебя не взять меня! Тебя, тебя, тебе. Что-что? Не нарочно! Ага, сейчас с боссом будем драться. Ты сучка. Тик. Неплохо, неплохо. Это шоки, он сейчас здесь находится, но мы еще и играем, получается. Она и правда крутая, Кицин. Рыцарь спас мне жизнь, какой позор! Кстати, как тебе персонаж Баба Зина? Да, Баба Зина еще та Баба Зина, а. Вообще крутая на самом деле, а. Она, наверное,
Она прям вообще боевая бабуля, а? Веди себя хорошо, а то мы запросто можем это исправить. Вот как Ордер Фоминиус обращается со своими арестованными. Я пошутил, доставьте его в Монштанг. Будь сделано! Капитан, а что делать с этими двумя? Что? Ха-ха-ха, без них у нас ничего бы не получилось. Если бы они не распространили нашу дезинформацию, мы никогда бы не поймали похитителей сокровищ. Ах, ты обманул нас! Рыцарям должно быть стыдно! Ладно, ладно, прекрати. Хоть сокровища не существует, но мы все равно собирались присвоить их себе. Почему же вы не сообщили мне о своих действиях? Асуна, пойдем отсюда, хватит с меня разговоров. Ха-ха-ха, не так быстро. Вы помогли нам и заслуживаете награду. Понятно. Если вы не против, я хочу вручить вам предвестник Зари в качестве награды. Предвестник Зари? Зари. Верно, мне кажется, он отлично подойдет для такой умной и культурной леди, как ты, мисс Пэймон. Хм, ну раз ты даешь нам предвестник Зари, я заслужу твое прощение. Для меня большая честь иметь такого понимающего друга, как ты. Прими мои извинения за этот обман, такое больше не повторится. Кажется, Пэймон очарована. Какой прекрасный день, ну надо допросить подозреваемого. Ладно, на самом деле я же могу это не читать правильно. Это же не так уж важно. Вы же прекрасно видите, что тут написано. А то я, честно, с этого устану читать. Так, глава у нас пройдена. Это заебока. Испытание завершено. Наша-то главная цель вообще найти брата Асуна. Они там всякие сокровища. Хотя это тоже, в принципе. Самое главное, это цель, брат. Golden Fox. Субтитры я читаю. Golden Fox. Димон, побереги речь. Так, куда дальше, чтобы идти? Так. А, покинуть подземелье. Да просто, Санёк, это очень много. Ну, тут, в смысле, читать, конечно, полезно. Ну, блин, тут очень дофига. Я не думаю, что так прям это важно. Все и так видят, что написано. Мне не нужно это читать. Тут и без чтения можно понять события происходящего. Или хотя бы уж не вслух-то точно. Скрачет Гейнинг. Кстати, как тебе Dead Space 2? Dead Space 2 хорошая, мне нравится. Советская озвучка вообще класса. Я, конечно, с большим удовольствием хотел бы в ремейк поиграть. Двойки. Вообще было бы классно, если бы коллекционное издание, ну, в общем, вышло в трилогии, получается. Ну, почка так. Было бы круто, если бы все три части вышли бы в виде ремейков. Dead Space. Вот это было бы классно, а? Ах ты, сука! Хрена себе. Я думаю, этого пацана нужно заменить, а? Я, конечно, против пацанов ничего не имею. Но он такой еще. Козел. Надо его поменять. Поменяем его, скорее всего, на лучницу. У нас очень крутая. Нужно его сменить. О! Все, круто. Так, погнали. И дальше мы идем, дальше. Так, ветер, корабль и крылья. Почему? А, данное задание открывается на 10 ранге. Так, рутинная работа. Нет. А чего я могу? Собирательница печатей Анемо. Ну ладно, окей. Ничего другого я пока не могу, да, взять. Никбот, спасибо вам за лайк и подписку на мой канал. Кирин, Кэя на самом деле хорош, особенно в связке с Хутао. А, да не, он нормальный перс. Я убрал его не от того, что он плохой,
А, просто захотел, и все. Я, не, я как проще сказать так. Я не имею в виду... Попова, ты молодец, мне нравится твое творчество. Спасибо. Кира, я не имею в виду, что он плохой, я просто убрал его пока что временно, потому что пока не хочу им играть, и все. Только и всего. Но я не имею в виду, что он типа он там говно и все такое, а. Так, подожди, кто попасть-то? И вот интересно, почему я Асуну не могу прям так четко прокачивать, чтобы она топовая была? Scratchet Gaming. Кстати, ты слышал, что выходит 28 апреля игра Star Wars Jedi Survivor. Да-да-да-да-да, у меня первая часть в Epic Games есть. Да, но она дорогая. И честно, я не особо такой прям фанат игр Звездных Войн. Сериал вот Мандалорец и Звездные Войны мне понравились, я смотрел. Я многие части Звездных Войн смотрел, это да. Но Мандалорец сериал классный. Педро Паскаль классно играет, что одних из нас. Я люблю тебя смотреть. Татьяна, спасибо, но я в первый раз тебя вижу, а ты уже любишь, ну, спасибо. Прикату. А, все, нужен огонь. Зараза. Блин, ну не такого, а. Scratchet Gaming. Вот еще выйдет SSN-кавычка. Escrit Mirage. Так он не скоро выйдет, скорее всего. Антон, он, скорее всего, он выйдет не скоро. Вообще неизвестно, когда конкретно игра выйдет. Так, ладно, погнали, а. А может телепортнуться можно? Так, где я? Сюда нужно поговорить, да? А вот, 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 вот. Телепорт, телепорт, заебока. Телепорт. Чтобы больше успеть, нужно телепортнуться. Форт Венти. Привет, дружище, фигурная скобка. Привет, привет. Привет. Вот, привет, друг, добро пожаловать на стрим. Так, 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 агась. Агась. Так, у меня, а, у меня ничего нет. Обидно. Смотри, какая интересная ловка. Добро пожаловать, каждое сокровище здесь единственное в своем роде. Да, я никогда раньше таких не видела. Все это я нашел во время приключений. Что-нибудь привлекло твое внимание? Все такое интересное. Море здесь не в ходу. Я меняю трофеи. А, Мора, 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 все, 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 ага, понял. Но только честный партер. Сейчас я работаю над одним необычным проектом, хочу украсть его. А, украсить, украсить. Ладно, честно, я скажу честно. Дорогие зрители, я сегодня не настроен на чтение, потому что я уставший, и читать это утомляет, а? Так, обмен, обмен, да. Лучше вообще. Давайте это возьмем. Ага. Так, получили. Тут нифига. Scratchet Gaming. Мне понравилось из части Assassin's Creed, это 3 и 4. И все? И другие, и только 3 и 4? Мандштадт и печати Анема можно найти повсюду. Ясно, понятно. Конечно, это может быть красиво, подарок от Анема Архонта. Отлично! На самом деле все немного сложнее, но давай договоримся, что они для украшения. Конечно же, меня интересуют сверхъестественные свойства печатей Анемо. Можно будет посмотреть. Я уверен, что ты
Переувеличиваешь. Конечно, готова поспорить. Ты удивишься. Заходи еще и принеси побольше печати Анемо. Если найдешь какие-нибудь крутые странные сокровища, то помни, что их тоже можно обменять на товары в моей лавке. И ясно, понятно. Спасибо. Давай посмотрим что-нибудь еще. Так, вот задание. Так, вот интересно, ветер перемен. В общем, понятно, пока походу мы... Так, требуется ранг приключений, 10-й. А у меня, походу, не вариант, да? Так, лети как ветер. Ну, можно это взять. Почему бы и нет? Так, это куда у нас? Да, туда, да? Окей, окей. Так, отдохнем, Малефа. Скрачет гейминг. Уже скоро выходит Forest 2. В раннем доступе. Знаю, знаю. Интересно, она в Стиме есть? Ну, я понял, по какую ты говоришь игру. У меня первая часть есть. Как-нибудь надо будет с этой игрой на канале сыграть, а? А по поводу Outlast'а? Блин, как же я вчера... Это пипец, блин, ну это ужас. Было играть, это капец, но ночью, блин, знаешь... Сидишь, там все нападают, бросаются, ух. Установил два игры на плойку, три игры престола и колда голос привидения. Понял, понял. Гейминг. Говорили, что будет в Стиме. В Стиме, да? Golden Fox, Фореск. Golden Fox, Форест, крутая игра, Дима или нет? А, ты меня спрашиваешь или ты знаешь? Санек, я не играл в нее, так что не знаю, но она у меня в Стиме есть. Я покупал ее по скидкам, первую часть. Ну вот, вторая же выходит 23-го. В раннем доступе, а? Потому что разработчики будут ее дорабатывать. Но можно уже будет играть. Сейчас почти все играют в этот. Golden Fox. Спрашиваю, я тоже не играл. Я не знаю, Санек, я не играл. Это вот можно у Антона спросить. Так, как это пройти вообще? Да твою медь, серьезно? Ай, ну как это так? Нужно же было упасть вообще так, а? Так, давай энергию подкупим. Энергию. Да старяй. Да как это? Это как? А, вот нужно было ускорение. Golden Fox, а вспомнил, игра от одного лица. Нитбот, вы самые да, блин, почему я... Спасибо вам за поддержку. Ну я падаю, а? Да что за фигня? Может нужно взлететь? Нет, нет. Или да. Поговорите с Эмбер. А пикать она меня в отряде, я должен с ней говорить. Асуна, я искал тебя повсюду, как тебе планер. Нравится парить на ветру. Охуенно. Похоже, что тебе нравится парящий полет. Но ты же еще не получила летнюю лицензию. А, летную лицензию. Летная лицензия? Это еще что такое? Хейм, это лицензия, позволяющая тебе летать над Манштантом. Ну, Асуна без лицензии летает уже очень давно. Вот именно, уже весь город видел, что вы летаете. Хе-хе-хе. Только что тут русской озвучки нету, а? Значит, ты искала нас, чтобы получить летнюю лицензию. Блин, почему летнюю? Летную. Блин, это реально капец. Нет, у Орда понавелись другие правила относительно полета в городе. Для начала тебе нужно сдать экзамен, только потом Орден выдаст тебе лицензию. В общем, как на права, как на машину, ну, на права, на байк, на машину, там, а, та же фигня. Я подарила тебе планер, поэтому я чувствую за тебя ответственность. Экзамен? Ненавижу экзамены, если его будет принимать Эмбер. Ладно, я сама. Да. Даже не думай об этом, точка. Давай устроим быструю проверку твоих летных навыков. Однако мы обязаны соблюдать закон и летать по правилам. Вот руководство. А чем тебе Форест, Антон, понравилось?
Но мне нужно будет сыграть первую часть, а? Если я не ошибаюсь, то Форест — это продолжение первой части, да? Форест, только ты выходит вот скоро. Такая толстая книжка. Чем раньше начнешь читать, тем быстрее закончишь. Отлично, когда дочитаешь, ищи меня в долине ветров. Ну вы серьезно издеваетесь, да? Руководство по управлению планером не звучит как очень интересная книжка. После того, как Эмбер ушла... А, мы почитали книгу, да? Когда первый ветер понесся по земле, у птиц, мечтавших о небе, уже были крылья, но эти птицы не умели летать. Они спросили Анема Архонта, как же там достичь небес? Ответ Архонт промолвил: вам еще только предстоит найти самое главное. Пока Архонт говорил, задул ветер и поднял семена одуванчиков в небо. Птицы расправили крылья, но ветер был слишком слабым. Птицам удалось лишь немного приподняться над землей. Тогда они направились к ущелью, где дул по-настоящему сильный ветер. Птицы бросились в это ущелье и начали неистово бить крыльями. До тех пор, пока не взлетели высоко в небеса. Все вместе они полетели к Анему. Теперь мы поняли, что все, что нам нужно было знать. Но что Архонт ответил, вам нужен был не ветер, а смелость. Именно смелость сделала вас первыми птицами собственный лед. Полет. Или лед. А, способность летать, я понял. Нужна была смелость. Короче, гейминг. Мне понравилось выживание игра от первого лица и кооперативная, а второй части не будет продолжения. А вторая часть, получается, это что-то другая, типа, да? Больше похоже на сказку. Жители Манштанта чувствуют романтику в обучении полета. Ладно, пойдем скорее к Эмбер. Ветер храбрости и крылья. Новая глава. Неплохо. Лети как ветер. Так, поделитесь с нами тем, как проходит ваше приключение. Ну, охуенно. Скрачет гейминг. Нет, там будет выживание, но будет другой персонаж. А-а-а. Понял. Я тебя понял. Ну, надо вот будет сыграть на канале. Надо будет на канале сыграть Фореста. Так, ага, пройти к месту сдачи экзамена. Экзамен, блин, капец, а? Вот это дело, а? Так, зря я... А, телепорт. Нет, тут не вариант. А, тогда здесь телепортнемся. Вариант? Не вариант. Ага, тут вариант. Все, тут телепорт сделаем, а? Форест. Ну почему бы и нет, потом надо будет на канале сыграть. Санё, когда я завершу проходить Outlast, первое и дополнение, можно начать с собой проходить будет с Division 2. Нет, тут красивый на самом деле мир в игре, а? А я поймаю тебя! Ебейба. Так, а можно полететь? Значит, гейминг. Я уже знаю, какой будет персонаж. И какой? Килзан Вейна, шалом, Димон. Здорово, Серега, здорово. Только что ты на Атомик не пришел. Ух, ты классно, а? А чего он должен был не работать, Серега? Ты, походу, давненько не был, да? Чего он должен был у меня не работать? Так. Эмбер, Кюцин, Асуна. Давай на тебя пробуем, так шупайте. Давай! Ой, это классика, да?
Так тебе бы так просто. В сундук. Так. Готовить. Ну почему бы и нет, нужно приготовить, а? Так, приготовить вручную. Блин, успех. Успех, это хорошо. Идеально! А, идеальная вкусняшка. Если он сейчас такое бы съел бы. Так, быстрая готовка. Давай сразу. Идеально. Спасибо. Ну, в принципе, все. Килзангейма. С ботом намного лучше болтать. Здорово всем чате. Ну, Серега, купи себе бота. Или ты пока вообще не стримишь? Я же говорю, что батя домой приехал. Так, разбитые маски. Интересно, для чего они нужны? Скрачет гейминг. Мы будем играть за солдат Захара. Кого? Привет. Кто это? Солдат Захара. Привет, друг Скрачет гейминг. А, сундук не открыл. Блин, зараза. Так, богатый сундук. Опа, у меня скоро будет 10 ранг. Круто, круто. Можно потом будет миссии другие проходить, а. Фиг. Где-то миссия летная, не пойму, куда идти-то. Так, Эмбер, ты где? Заебок. Так, подожди, где она вообще? Выше, выше, выше. Ну что, туда нужно подняться, что ли? Да нет, где она? Килзангейма на телефоне пытался стримить в этот вторник 30 минут, только постримил, стрим сам по себе завершается на телефоне. Ну, на телефоне... Это хрен... Я понял тебя, понял. Понял, Серега? Ёб твою мать! Да, она, конечно, прикольная на самом деле, я соглашусь. Быстрая девчонка. Ясно, понял, ясно, ясно. Ты же, наверное, заметил, Серега, что сейчас почти все, у кого есть возможность, в Атомик играют, все. Так, и куда мы там летим? Где у нас Эмпер? Килзангейма, еще раз попробую постримить, может уже получится, Димон. Ну, попытка не пытка. Попытай, еще не узнаешь. Так, ага. Отслеживать задание. Так, 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 давай, что-то нам удиви. Не удиви нас. Привет, друг, добро пожаловать на стрим. А вот и вы, прочитали руководство. Чего? Да, заметил, Димон, некоторым эта игра не нравится. Ты сейчас говоришь про Atomic или про что? Или про Genshin Impact? Прочитали. Да понимаю, тебе это все не просто. Руководство написано таким сухим языком. Да, согласен, согласен. Правда? А мне понравилась интересная история из руководства. Интересная история? Ты имеешь в виду примеры? А-а-а. Ну и кому ж не понравилась игра? Мне они тоже нравятся, мои любимые... О, мне они тоже нравятся. Значит, гейминг. Захара — это группа солдат. В первом части Захара ставили опаты на людей, из них сделали монстров, и они, короче, монстр один сбежал, и он устроил кровавую бойню в лабораторию. Так это получается продолжение, Антон, или нет? Мне они тоже нравятся. Мой любимый полет с помощью Анемо Свайма. Если проткнуть Свайма, то он оттолкнется. Если проткнуть Свайма, то он оттолкнет тебе очень высоко. Всегда хотел попробовать. Я не об этом, я про маленькую птичку, которая хотела лететь. Как ярко, охуеть. Что-то как... Что? Какая же птичка? Дай мне посмотреть. Ой, это же моё... Это же моя... Гейма, на Твиче одной стримерши не понравилась Тами Харт. А, да, пофиг на нее. Ну, спасибо, что сказал. Дай мне посмотреть. Ой, это же моя детская книжка со сказками. Я перепутал книжки. Прости меня, пожалуйста. Как ты могла перепутать детские сказки с руководством по управлению планером?
Ох, мне очень стыдно. Наверное, это потому, что я на самом деле именно эти сказки научили меня летать. Тебе нужен не ветер, а смелость. Смелость позволила первой птице подняться в небо. Тони Харт вроде хорошая игра, так-то. Да хорошая игра, хорошая. Ты скажи лучше, что ей в игре не понравилось, и все. Просто интересно. Эти сказки дали мне смелость летать, смелость быть скаутом, смелость стать чемпионом полетов Манштанта. Вернемся к экзамену. Не переживай, просто пари как обычно. Еду за метками до самого финиша. Я готова. Да? Ай. Голден Фокс. Килзан, привет, Серега, как дела? Скрачет гейминг. Не будет продолжения. Короче, начинается игра в том, что солдаты летят на вертолете, и у них цель найти одного ученого. Килзан Гейма, сюжет вроде не понравился ей. Понял, Серега, понял. Блин. Так себе взлетела. Не очень хорошо я взлетел. Так себе, я плохо полетал. Отлично, у тебя здорово получается. Удивительно, что ты смогла парить во время шторма. Следующий этап экзамена пройдет в Манштанте. Увидимся там. Блин, я же плохо летал. Ладненько, возвращаемся в город. Килзан Гейма, здорово, Саня, хорошо дело. Пока что у тебя как дела, Саня, тоже. Да, теперь я точно верю, Антон, что ты либо много игр прошел, либо много прохождений смотрел. Либо то и другое. А как вам Evil Within? Это, скорее всего, наверное, устали, кто смотрел у Даниэля, который по миллион раз проходит. Golden Fox. Отдыхаю, дело крутые, NPS ранга. Хоть, конечно, с разными челленджами, но все же одну и ту же игру, блин, но... Я люблю не эти же игры проходить иногда, да? Но не постоянно же только их. Много же игр новых есть, которые можно поиграть. Хотя у него и актив хороший при этом. Я вот этого, честно, как бы это не пойму. Игра надоела, и как не так-то? Вы самые лучшие. Статы семьи архонтов. У меня ничего нету. Так. Благословление статуи. А, все, понял, понял. Так, ладно, нам нужен телепорт. А, надоело, почему? Килзан Гейма, гоночки уже давно не играл на ноуте я. Серега, поиграй. Можешь спокойненько поиграть. Я просто Evil Within только проходил первую часть, а? Это было давно. Когда еще у меня канала не было. Кирин, тут стамину прокачивать. Знаю, спасибо, Кирин. Кирин, ты ж чисто пришел на Геншин, да? Голден Фокс, до сего я на плохе 3 играю классические гонки. Никбот, не оскорбляйте друг друга, будьте культурнее. Так, все, мы устали, а? Скрачет гейминг. А мне сказали друзья, что Форест 2 будет персонаж из первой части. Килзан Гейма, если был бы Руй, была бы круто вообще. Возможно. Есть такое. Эх, спасибо за правду, Кирин. Скажу вам одно. Atomic Heart, я прекрасно знаю, что Atomic Heart, к сожалению, у меня не наберет много просмотров, а? Потому что сейчас все в него играют. И правильно сказал Серега. Что сейчас правильно Серега сказал. Многие сейчас играют, и ты просмотры хер наберешь. Тут он верно сказал. Опять же, я за ними не гонюсь. Я ждал игру и хотел поиграть в нее. И не ради какого-то там хайпа, хуяйпа, как я ранее говорил. Только что мы быстро устаем, а?
Ну, Форест как-нибудь надо будет поиграть. Почему бы и нет? Скрэчет Геймер. В первом части главный персонаж, его цель — найти своего сына. Эй, я здесь! Не зря же я покупал игру, а? Все готово, мы можем продолжать. Голден Фокс, Димон правильно толку нету Atomic Heart. Условия те же. Тебе нужно пролететь через отметки и добраться до финиша без остановок. Голден Фокс. Играть для просмотра в стрим для своей аудитории. Данек, я так и делаю, так и делаю. Killzone Gamer. Я в Far Cry 2 хочу тоже поиграть. Да блин, зараза. А можно заново начать, а? Нет, вот, дело супер, а твой? А заново можно начать? Это какой-то капец, а? Да что ж так быстро устали-то, а? А как вообще подняться вверх? Killzone Gamer, я уже валяюсь на кровати, мне хорошо. А вот мне не очень, потому что я проебал миссии. Да потому что я не пойму, как взлететь наверх. С полетами у меня проблемы, а. Форест, Форест, у нас проблемы. Хелпи, хелпи, проблемы. Да блин! Ну. Голден Фокс, красавчик Димон. Да какой красавчик, а? Красавчики могут летать нормально, а. Я проебал. Да знаю я, что просрал. Killzone Gamer, Сани тоже лучший. Так. Да. Привет, друг, добро пожаловать. Не пойму, как вообще лететь нормально-то, а? Вот как дальше-то, а? Как вниз спускаться-то? Ну серьезно, ребята. Да блин! Кирин, там поток ветра снизу. Спасибо. Серега, отдыхай. Спасибо, спасибо, увидел, увидел, спасибо. Кирин, спасибо. Тебе неплохо получается, остался последний этап. Проще простого, ты уже здесь парила. Последний этап, а как только ты его пройдешь, рыцари будут у тебя. Понял, понял тебя, Серега. Прикольно на самом деле сделали, а? Давай, давай! Ой! Вот он, ебу! Я смог! Здравствуйте, я... Отто из... Ордофанелиус. Так ладно. Что происходит? Пожалуйста, предъявите свою летную лицензию. Лё... Её съел барон Зайчик. Killzone Gamer. Саня, я не устал, я буду на стриме у Димона сидеть, о чем нибудь говорить, что смогу. Ой, пипец, капецная. Ну, Серега, тебе-то... Атомик-то понравился? Нет, сам захотел бы сыграть? У вас есть право хранить молчание, все сказанное вами запомнит ветер. Подождите, я инструктор по полетам, мы сейчас сдаем экзамен. Понятно. Не лучшее время вы выбрали для своего экзамена. В чем дело? Дело в том, что вы супергероини, вы очень красивые, но летать просто так здесь, а без лицензии нельзя. Я вас прощаю, только поцелуйте меня. Чего ты сказал? Поцеловать? Не, не будем. Да понятно все, понял, не хочу. Не, 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 я отказываюсь, я не про то. Ну хотя бы в щечку, а?
Ну, пожалуйста, хотя бы туда. Чего ты сказал? Хер тебе. Я не... Понятно, извините, я думал, не получилось у меня. Хреново с меня, Казанова. Пока-пока, Кирин, пока. Голден Фокс, круто, Серега. Счастью, вы крутые. Все, я прощаю вас. Голден Фокс, Кирин, спасибо, что пришел. Доверь эту работу нам, Асуна, не совсем. Спасибо за поддержку. Доверь нам. Так. Томик Харт хорошая, вроде. Доверь эту работу нам. Голден Фокс, хорошего отдыха. Не переживай, мы закончим с этим, как только поймаем птеродактиля. Мне нужно говорить с Джин. Птеродактиля? Хрена себе. Окей, птеродактиль. О, у нас скоро будет 10 уровень. Вроде бы хорошая. Ну, Серега, она либо хорошая, либо плохая. Вроде бы как-то не засчитывается. Мы летаем, лицензию мы получили. Поздравьте меня, я получил лицензию на полет. Килзан Гейма, мне Дёншин тоже интересно смотреть. Чувствую, что я утону сейчас, а? Бля, вот это я трес сделал. Я не такого не я. Ах, зараза. Не, выносливости не хватит. Печально, а. Я что-то я не подумал об этом. А, все, вот так вот оно, блядь. Сука, не! Ой, блядь, печально, печально, печально. Ну как так-то? Голден Фокс, Димон красавчик. Да, это капец, Серега, Санек. Так, нужно это. Немного остыть, остыть. Голден Фокс, лицензию получил. Ха-ха, на полет. Килзан Гейма, сначала поиграть надо в Томми Харт, еще мне попробовать Димон. Да хотя бы обзоры посмотри. Поздравляю. Хотя бы обзоры посмотри по игре, Серега. Этого, в принципе, будет достаточно. Обзор посмотри у кого-нибудь, или прохождение, и там потом уже скажут, что да как, а. Я ни у кого обзор не смотрел по игре, сам поиграл. А, как бы, игра классная, интересная, мне понравилось, зацепило. А, но, а, вот, было начало немного, когда некоторые диалоги в начале, как бывает в играх во всех играх, в принципе, как и в Геншине, некоторые диалоги мне наскучили, а. Дальше было хорошо, дальше было интересно, а. Дальше все было классно, а. Фух, я смог, е-е-е. Ну, вообще там музыка, атмосфера классная, песни, блин, наши советские. Вообще прикольно, а. Вообще игра интересная, Серега. Надеюсь, концовка мне понравится. Ну, вообще там вроде бы две концовки, если я не ошибаюсь. Блин, игра только вышла, а я уже думаю, когда DLC будет к ней, а. Опа, нужно телепорт открыть. Сейчас откроем еще телепортацию. Е-бейба. Круто. Камень истока. Никбот, привет, друг, добро пожаловать на стрим. Папам. А вот из Спрингвей, давай поищем следы птеродактиля. Сестра из Сапора составила Немо метки на похищенном артефакте. Используй чувство и стихии. Чувство. Еще по телевизору, ну погоди, показывают, я немного чекнул твой стрим, Димон, один глазком, когда уже отстримил. Да, Серега, да. Так и есть. Активируй чувство стихии. Чувство стихии активировать. Вроде бы я активировал чувство стихии, но тут не активируется. Оно не активируется, эй. Меня развели, да?
Оно не активируется. Вы что? Вы обманули нас. А как вы смогли, а? Как вы... Что стихии, говорит, активировать, да? На мышку активировать, типа, да? Так, как ты, что это? Ну, вот это, вот это. Ага. Так, я нашел вторую. Теперь... Ага. Так, третью нужно найти. Судя по... Значит, гейминг. Вот Форест первый выходил в 2014 год, а вот второй в 2023 год. Вот жесть, вот сколько мы ждали вторую часть. Это очень долго, Антон, очень долго. Хэйл, как мы пойдем? Что? Хилзан Гейма, мы еще с мамой купили два игрушки новых сестренки. Круто, Серега, круто. Хэйл, как мы поймем, что эти следы пиродактили, а не Анемо Слайма? Анемо Слаймы не оставляют следов на земле, если только ты не используешь его для взлета на планере. А так можно? Помни об этих метках, и должно быть несколько... Несложно заметить. Элементальные метки ведут туда. Думаешь, он побежал в ту сторону? Мы не узнаем, пока не проверим. Асуна, давай продолжим искать следы. Кажется, там что-то происходит. Какой-то шум. Теодактиль, скорее! Хилзан Гейма, сейчас еще зубы резаться обратно, начало два зуба. У тебя или у твоей сестры? Опа! Колыбель родника занесена в архив. Это хорошо, это мне нравится. Ну это понятно, Серега. Тут ничего, в принципе, ну, удивительного. Вы охренели, а? Из-за него! Рыцари спасли меня, теперь я учи. Пули Чурвы не посмеют напасть. Что произошло? Это невероятно, но пули Чурвы напали на наш караван. К счастью, мы оказались быстрее них. Пули Чурвы, мне казалось, рыцари Орда Паниус уничтожили все лагеря пули Чурвы в округе. Здесь неподалеку есть маленький лагерь. Я стараюсь его избегать, когда... Прокладываю маршрут каравана. А сегодня этот сумасшедший упрям. Мне понравилось GTA 3 ремастер. Тебе понравился? А. Помню, Хэм похожи на Пули Чурвы. Я удалось сбежать, но Пули Чурвы разнесли мой фургон в щепки. Странный парень, что в нем было странного. Он что-то нес, что-то очень тяжелое. Из-за этого он не мог лететь, прямо в конце концов упал. Таких как он нельзя пускать в небо. Даже дурак понимает, что не надо летать с тяжелыми предметами. У него надо отобрать летную лицензию. Тяжелый предмет? Артефакт? Это... Теодактиль! Ты видел, в какую сторону он пошел? Да кажется, он бежал туда. Уже близко, Асуна, в погоню! Ах да, не переживай, рыцари помогут тебе разобраться с оставшимися пуличурвами. Пуличурвами. Блин, ну надо же такое, а? Пуличурва, да? Оставшиеся пуличурвами. Так, тут пуличурва есть? Так, готовить. Ну мы уже так наготовились, в принципе, а? Хилзан Гейма, мне обычный GTA San Andreas нравится, и GTA Vice City больше намного. Ну я вообще ни одной GTA не прошел до конца, если так уж судить. Никбот, не говорим о политике. А ух ты, нихуя себе. Так стоять.
стрипов. Так, ладно, идем дальше. Ах ты ебать! Какого хрена, чуваки, охерели? Ах ты косой, а? А вы че совсем что ли? Ах ты... Варнсон? А я видел, видел, а? Ты ж косой, а? Совсем что ли? Ну почему бы не играть? Это же онлайн, почему бы и нет? Было бы с кем играть, уже хорошо. Когда есть с кем играть, почему бы не сыграть? Идем, 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 идем. Это хороший вопрос, но помешать нашему расследованию они точно не смогут. Куда мы пришли? Здесь ты заканчивается. Должна быть это элементальная сила. Артефакты истекла. Это да, Серега, одному скучно, согласен. Теодактиль догадался, что артефакт может вытащить никого. Местоположение и послал своих приспешников задержать нас, так как так он смог дождаться, пока артефакт перестанет оставлять следы. Ему не уйти. Ты сука, Теодактиль, а? Погнали. Теодактилю, а Теодактилю, капец ему. Голден Фокс, Серега, игре уже 10 лет, это нормально. Да, согласен полностью. Это нормально. Я с Саником согласен. Скрачет гейминг. Агамы с друзьями час пытались ограбить банк. Час? Бывает. Бывает такое. Тут ничего, в принципе, удивительного нет. Спасибо, кстати, всем, что вы пришли. Здесь только одна дорога. Так ты больше никуда деваться. Чтобы поймать его, нам придется немного полететь. Внизу полно чудовищ. Если мы действительно собираемся это сделать, то нам придется победить их всех. А сам тебе осталось стать еще один этап экзамена, верно? Да, но то, да, что это за экзамен такой? Этот полет будет твоим финальным заданием. Ты уверен, что так можно? Это уникальное задание. Килзангейма, я знаю, Сани, что 10 лет это опять. Разработанное мной специально для тебя, Асуна. Разве герой Манштанта может сдавать стандартный экзамен? Голден Фокс, я за 10 лет там купил самую дорогую машину в игре, купил себе квартиру на 40 этажей с вишней. Что скажешь, Асуна? Я сдал экзамен. Отлично! Асуна, готовься к взлету. Теодактиль и элитная лицензия ждут тебя. Тебе нужно победить их всех врагов. Тебе нужно победить всех. Ветреные потоки помогут вам оставаться в воздухе, пока вы уклоняетесь от вражеских атак. Вы можете сбрасывать бомбы во время полета. Одолейте всех врагов таким способом. Плохой способ. Скрачет гейминг. Ладно, Димон, пока спокойной ночи, я пошел спать, удачи в прохождении. Пока, пока, пока. Саня во всех играх жесткий. Пока, Антон, спасибо, что приходил. Скрачет гейминг. Пока, Саня, спокойной ночи. Ты прикольно сделали, а? Мне нравится. Бомбардир.
Москвы, хуя себе нихуя. Врата возрождения. Ух ты. Killzone Gaming, описание оформления, канал уже крутой, мне нравится очень. Да-да, согласен. Я спрашивал у Санька, может ли подруга его сделать мне оформление? Но Санек что-то мне не ответил ничего. Или по этому поводу. Санек, сколько ты уже прошел в Hogwarts Legacy? И Санек, тебе в Hogwarts Legacy по-прежнему нравится или немного уже не так играется? Ура, отлично, сработано! Ты неплохо обращаешься с планером. Я просто прирожденная летающая подруга. Ладно, прирожденная летун. Так работают скауты. Killzone, а эта подруга делала оформление канала. Круто тогда. Так. Golden Fox, нравится? Внимание. Golden Fox, я прошел процентов 40 уже. Понял, Санек, понял. Golden Fox, уже на метле летаю и животных нахожу. Санек, понял, принял, уяснил. Golden Fox, игра разная. Golden Fox, открытый мир. Понял, разная. Killzone Game, Hogwarts Legacy, длинная игра, конечно, вообще. Это да, я с тобой тут согласен, Серега. Длинная. Но главное, чтобы игра была интересная. Неважно, насколько игра длинная. Главное, чтобы была интересная. Вот я и проходил Tom Clancy's Breakpoint. Она была тоже длинная. Мне получилось 42 стрима. Ну, в общем, 40 стримов, 2 видео. И мне по кайфу было играть. Было по кайфу играть в игру. Было реально кайфно. Я прошел сюжетное здание и потом DLC по игре. Что все источники энергии. И как бы все нормально было. Killzone Gamer, я не люблю нудные игры. А тут дело не в нудности, Серега, тут дело вообще не в этом. Никбот, привет, друг, добро пожаловать. Если игра нравится, то не важно, насколько она длинная. Это не имеет значения. Если тебе игра понравилась и дальше привлекает, и ты хочешь играть, то не важно, сколько там, насколько она длинная. Понимаешь, Серега? Это про возрождение, это не хилка здоровья, блин. Только что я не могу взлететь. Сучка. Ты же играешь в Warzone, да? По факту она бесконечна, но тебе же нравится, а? Я бы не почти с кем-нибудь в 2 мультиплеер сыграть. Там заданий много. Ну, не с кем сыграть. Спасибо вам за лайк и подписку на мой канал. Golden Fox, я вот маленькие игры не люблю. Маленькие? Почему? Иногда... Я бы 3, 2, 3, 5 много раз проходил бы. Скажу честно, Санек, иногда хорошо пройти игрушки не длинные. Потому что иногда, правильно сказал Серега, иногда надоедают длинные игры. Игры стоят дорогих денег, и когда они недоделанные отличные. Ну, тут я с тобой тоже, Санек, соглашусь, однако. Однако бывают игры длинные, да, с закрытым миром. Просто недоделанные и банально неинтересные. Без конца одни те же однотипные второстепенные задания и все такое. А просто собери, найди, укради его, и так до конца игры. Ну, эти второстепенные. Ну что это такое, а? Это хрень какая-то, а? Даже не думаю, что тебе это понравится, а? Вот когда второстепенные задания различные, да, вот они реально разные. Тогда, конечно, кайфно играть, а? Когда они одинаковые, это хрень.
То вот тогда это не очень, Санек. Не найс гуд. Голден Фокс. Вот-вот я о том же в Хогвартсе, и нету такого пока что не словил. Нет, я вот из... Задания разные, много чего собирать. Санёк, это хорошо. Это, Санёк, кстати говоря, наши успешно собрали 2 миллиона на озвучку... На русскую озвучку Hogwarts Legacy. Killzone Game, некоторые игры дорогие, не оправдывают твои ожидания, бывают по щеколам полным. Серега согласен. Если наши пообещали, что в конце года, как к концу этого года, сделают русскую озвучку к Hogwarts. Доделают ее. Они уже начали ей заниматься. Golden Fox. Например, одни из нас два выиграли игру года, а сюжет говно, одна месть и кровь. Ну вот видишь, а? Видишь, Санек. Это Санёк же сказал, или кто? Я маленько попустил. Дальше дороги нет, он должен быть где-то поблизости. Эмбер, посмотри! Если хотите гоняться за мной, то так тому их. А кто? Это девочка. Killzone Game, да Санёк сказал Димон. Теродактиль, это ты, тебе от нас не скрыться, больше никуда бежать. Ха-ха-ха-ха-ха, мне не нужно бежать, вам сюда не добраться. Ох, он далеко и высоко. Голден Фокс, я Димон Санёк. Девчонка, иди домой и пожалуйся взрослым. Обещаю, когда сюда заберется магистр Ордена, я тут же сдамся. Выбирайте выражение, мистер. Вы разговариваете со скаутом Ордер Фаню. Фавониус. Голден Фокс, для меня игра года. Призрак ТЦ Усимы получил бы вместо одни из нас два. Ты права. Он прямо напротив нас. Если бы только мы могли бы пролететь к нему. Перелететь к нему. Сорян. Мне вот, допустим, Red Space Remake, Санёк, очень понравился. Ну, прям вообще охуенно было играть. Честно, охуенно. Должно быть здесь какой-то механизм. Я не вижу никакого механизма, а зрение у меня очень хорошее. К тому же, нас на скале просто негде его построить. Пока-пока, девчонка. О, согласен, Серега, Человек-паук ремастер охуенный. Классное сюжетное задание, но второстепенные задания были слабые. Второстепенки были, Серега, однотипные, к сожалению. Но сюжет охуенный. Мы больше не можем мешкать, мы должны перелететь туда. Но! Не переживай, я чемпион полетов Манштанта. Если у Птеродактиля получилось, то и у меня точно получится. Но ДД от Спайса они постарались не скалтурили лучше, чем Калисто Протокол. Ха-ха-ха-ха-ха, эй, девчонка, скаут с таким же успехом ты можешь спрыгнуть с этой. 4 ремастер крутая, надеюсь, будет. Ну, вроде бы пока кажется, что да. Я согласен с Эмби. Не оскорбляйте друг друга, будьте культурны. Я понимаю тебе, Асуна, но похоже, что нам ничего больше не остается. Помнишь книжку, что я давал тебе почитать? Так что оказалось совсем не руководством по управлению планером. Первые птицы не умели летать. Полет был наградой за смелость. Прыгнуть через пропасть. Смотри внимательно. Давай покажем ему, на что мы способны, рыцари Орда Фавениус. Перестань, ты же знаешь, что у тебя не получится. Будь хорошей девочкой, возвращайся домой. Птеродактиль, думай, что у меня не получится. Что это за звук? Прислушайся. Петя говорит, что у меня получится. Никбот, не говорим о политике. Твою налево!
И хрена добираться до него, а? Ой! Да ё-моё! Да да твою же медь, а! Ну серьезно, а? Это я маленько отвлекся, подожди. А. Да, Серега, согласен, понимаю тебя. Я сам копил на улучшение, так сказать, долговато скажу, а. Так что да, я тебя тут, я тебя понимаю, а. В этих фигнях это, ну да, такое себе, согласен. Никбот, дело супер, а твой. Дай бог. Так, все, погнали. О, сундук тоже забыли открыть, а. Так, у меня будет скоро 10 уровня ран. Вот как до него долететь-то, а? Что-то я этого не понял. Надо быть внимательнее. Что там было, блядь? Зангейма, я вообще как-нибудь хочу погамать свою дынди, купить два пачки чипсов Лейс вкусных и купить фанту со вкусом винограда и кайфовать. Серега, молодец. Айман, о, ветерок, она летит. Хрисуй меня, ты знала, что по поток ветра, иначе ты бы не смогла меня догнать. Пота возрождения. Летучего горизонталиус! Суки, я вас всех поджахаю, а? Больно же, сука! Понял, Серега, бывает. Ну ты убегаешь, ты дурак, а? Сучка. Я поймал его! Если честно, то я заметил поток ветра только после, как прыгнула. Теодактилю было некуда бежать. Единственный его путь — отступления через нас. То есть он надеялся обмануть нас и сбежать, когда мы уйдем. Но нас не так просто обмануть. Асана, это все благодаря твоему уму. Мудрый человек сказал, если исключить невозможное, то что остается и будет правдой, сколько бы невероятной она ни казалась. Это да, в конце концов, полет — это 7 частей навыка, 3 части инстинкта и 90 частей храбрости. Да, Санек, я помню, я смотрел прохождение у тебя одних из нас второй части, а? Ты там за качка трансформера бабу играл, это был просто капец, а? Она такая была, фу, ну блин, не, капец, было за нее играть дерьмово. То, что ты сделала, выглядело как 99 частей храбрости. Это было очень похоже на мой первый экзамен по полетам. Сначала я очень нервничала, но потом я просто сделала то, что требовалось, и весь страх ушел. Я даже немного скучала по этому чувству волнения. Остальные экзамены были совсем другими. Хэйм, ты же сказал, что сделал то, что требовалось. Зачем были нужны остальные экзамены? Дело в том, что в Маштанте очень много мест, где запрещены полеты или посадка. Через некоторое время после того, как я сдаю тест,
Меня обязательно лишают лицензии. Меня всегда дают экзамен с первого раза. Руководство по управлению планом все-таки делает свое дело. Основа, давай как-нибудь возьмем у действующего магистра Джин копию руководства. Это нужно сопроводить теодактиля в город. Увидимся рядом с собором, я выдам тебе летную лицензию. Думаю, на этом моменте мы сегодняшнее прохождение завершим. Завтра мне на работу, еще нужно будет в больницу сходить перед работой. Так что, как говорится, всем спасибо, пора в баньке. Завтра вечерком продолжим играть в Atomic. А ночью поиграем либо в Dead Space, либо еще что-нибудь. В общем, всем спасибо, всем спокойной ночи. Так что спасибо, что пришли поддержать. Пора баньки, как говорится. Был бы выходной, я бы еще поиграл. Ну, завтра на работу, а. В этом моменте мы завершим. Да, дел много, Серега. Там надо спать, я вообще всю ночь не спал сегодня. Так что уже как бы глаза болят, а? Килзан Гейма, может я приду даже на Томми Харт, Димон? Понял, Серега, понял. Будет время, приходи. Голден Фокс, Димон, до завтра. Покедова, спасибо, что приходили. Продолжение через недельку. Килзан Гейма, а я сплю хорошо, Димон, мне отлично вообще. Вот и заебок, Серега. Бывает такое, что не можешь заснуть. Всем пока-пока. Килзан Гейма, я просто вчера вот вас поиграл еще и поэтому. Да и просто заснуть не мог, а. Лучше бы я не играл вчера ночью.